твоя широкая, ты моя Россия, синёкая. У моей России, Россия, ты, Россия, будешь жить всегда. Все ломают двери и рухнут другие. Побежать, о моей России, небо синее. Ты на свете самая красивая. Щедрая душа твоя. Россия, родной дом, родной дом, Россия, 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 Россия,
выставку работ юных талантов города Нальчик. Сможете принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному и изобразительному. Говорит и показывает Россия. Говорит и показывает Кабардино-Балкарская Республика. Говорит и показывает город Нальчик. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. От всего сердца поздравляем вас с праздником. С Днем России! Только в России проживает такое великое количество различных народов, национальностей, говорящих на разных языках, но любящих одну землю. Все мы одна семья. Мы – великая Россия. Россия – наша гордость, наша слава и наша отчизна. До самых до окраин, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин, не от ясной родины своей. Всюду жизнь невольна и широка, точно Бога полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но сурово вроде мы наступим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем как ласковую мать. Широка страна моя родная, много лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Широка страна моя родная, место своего рождения на земле. Они могут жить в разных странах, иметь разный цвет кожи, говорить на разных языках. Но слова «Родина», «Отечество», «Отчизна» святые для каждого из них. Для нас с вами все эти понятия заключены в слове «Россия». На сцене государственный ансамбль песни и пляски «Детские казаки». Россия, матушка Россия, Yeah.
Россия – многонациональное государство, в котором проживают представители более 160 народов. А на территории Кабардино-Балкарии в настоящее время живут и работают представители 100 национальностей. И каждый из них по-своему самобытен и имеет богатые традиции. Все мы разные, но все мы вместе. Одна большая семья, которая старается жить в мире, дружбе и согласии. Свое поздравление вам дарит заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики Азамат Беков и образцовый ансамбль танца «Нальцут». Шатахев, шамдахашу, мы кладежи дарзи паша, Бурхаша, тупарзе, папаша, Зан-зан-эвстан-зан, выпсклаха, Зяжи-эплопенкам, я папа. Солист Кабардино-Балкарского государственного музыкального театра, заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики Рустам Апаноков и образцовый ансамбль танца «Арабеск». Аль тебя, Россия, растраченная сила, неразгаданная грусть, и размахания ветра, нет ни в чем тебе конца, и веками непонятно, чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть Россией не быть. Много раз тебе пытались душу русскую убить. О, нельзя тебя, я знаю, не сломить, не запугать. И мне, родина родная, вольной волей борода. И добром своим и лаской, и душой своей сильна, нерассказанная сказка, синеокая страна. Я березовые сицы нарядил бы белый свет. Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Я березовые сицы нарядил. Ура, мир!
наших милых матерей, и дом, и первую любовь. И эта песня как река, она легка и глубока. Шумит веселье там и тут, шумит веселье там и тут, а ноги сами прясывают. Везде найдешь, с кем думай поделиться, из песни вдоль по улице пройти. Есть на земле священные границы, и есть на свете дружба без границ. Дорогие друзья, свое поздравление дарит солист Кабардино-Балкарского государственного музыкального театра Азамат Евазов, образцовый ансамбль танца «Нальцюк», народный ансамбль танца «Насып». Встречайте! Здесь мои друзья.
счастливой просто будь. Россия, милая Россия, здравствуй с новой силой в добрый путь. Благодарю за песни в тихий час, за то, что я... Сегодня вся наша страна отмечает замечательный праздник – День России. Это один из самых молодых государственных праздников. В этот день мы чествуем нашу великую страну с ее традициями, с ее историей. День России – это день...
традиции великой русской культуры. Сегодня в День России вспомним о нашей общей силе и о том, что мы единое целое. Пусть наша страна крепнет и богатеет, а нам живется свободно и радостно. В честь праздника звучит торжественный полонез из третьего действия оперы Евгений Онегин Чайковского. Thank you.
праздничный день пусть у каждого найдется место в душе для любви к своей родине. Пусть сила духа принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений, веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость русской земли принесет достаток и уют, мир и гармонию в каждый дом. Концертную программу продолжает знаменитый вальс французского композитора Эмиль Вальтейфель, вальс «Эстудиантина».
Оно занимает обширную территорию от Европы до Азии. Россия – это многонациональная страна, и у каждого народа есть своя культура, обычаи и традиции. Все мы разные, и для каждого из нас огромный мир, в котором мы живем, простужены ветрами, умытые ливнями, бриллианты красы и позолоте солнца расцвечены всеми красками радуги. Но мы одинаково любим землю, в которой живем. Россия – это наш дом. И для нас город Нальчик – один из самых красивых городов России. Город зелени, цветов, город счастья и любви. Далее, дорогие друзья, вы услышите произведение известного чешского композитора. Антоні Двоя, «Славянський танець номер 8». Thank you.
Отечество желаем новой силы.
исполняется от нашего коллектива.
Я так не знаю.